Добрый вечер всем! В общем, сегодня я вам покажу одну из площадок фестиваля «Рыбная неделя» в Москве. Итак, в общем, это площадка для проведения различных фестивалей и мероприятий в Куркино, на северо-западе Москвы. Японский стиль. Площадка открылась ко дню города в 2020 году. Я снимал ее, но ни одно мероприятие на ней я еще не снимал. И это первая рыбная неделя в Москве. С 27 мая по 5 июня проходит. Сегодня суббота, 28 мая. Вот, наконец-то хорошая погода, потому что до этого были дожди. И я думаю, еще не все жители смотрели ее, даже меньше половины. Ну, как видно, что список, в принципе, всегда остается неизменным, могут только прибавляться площадки. Сезонные мероприятия сейчас дело идет к лету, до лета 3 дня. Цветы. Цветы, растения, то есть много зелени сейчас украшают площадку. Гастрономический фестиваль проводится в Москве в 6-й раз. То есть до этого он был в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Затем 2 года мероприятия были запрещены. И вот 22-й год, 6-й. То есть мастер-классы по выходным. Особенно будет больше всяких мероприятий. Здесь будет расширенная программа. Актерская. Площадка работала, конечно, меньшую часть своего существования, значительно меньшую, ей почти 2 года. Она очень красиво оформлена. Тут уже закрыто, время вечернее. На сцене мероприятий нет, просто музыка. Вообще, конечно, много украшений на этой площадке. Раньше на ее месте была площадка для учебной езды. Теперь иногда тут все работает, проводятся мероприятия. Но в 2022 году первый раз я снимаю мероприятие такого типа. Меню. Не только рыба здесь, и другие продукты питания. Марат Рамилевич, сколько вам?
впереди. Каток, то есть зимой его открывают, в конце осени, и первый месяц весны он может работать еще. Сейчас пространство выглядит вот так. Катки есть на многих из фестивальных площадок. В общем, вот так выглядит Москва в ожидании лета 2022 года.